воды нету, здесь есть. Пока. Пока. Ручные умывальники, огромные емкости. В таких непростых условиях сотрудники и пациенты сельской врачебной амбулатории в Орле пребывают уже 2 года. Виной тому отсутствие водоснабжения по причине поломки системы подачи воды. Неоднократные попытки найти средства на ремонт не приносили положительных результатов. Воду завозят бочками. Мы ее заливаем в систему и... Так вот система функционирует. То финансирования нет, то денег нет. А сейчас вот Уралкалий взял в свои руки. Вопрос отсутствием водоснабжения в очередной раз подняла депутат городской думы Наталья Неверова. Весной она обратилась к депутату Заксобрания Андрею Силаеву, чтобы провести совместную встречу с жителями и обсудить имеющиеся проблемы. Андрей Юрьевич откликнулся на предложение. Пообщавшись с жителями, он выступил с инициативой оказать помощь в выделении средств для закупки необходимого оборудования и материалов. Поддержал инициативу компании «Уралкалий». Для проведения работ по восстановлению водоснабжения в сельской амбулатории «Калищики» выделили порядка 270 тысяч рублей. В настоящее время осуществляется закупка оборудования. Для этого необходимо закупить оборудование. Это водоподъемное оборудование, проще говоря, насосы, насос, контрольно-измерительные приборы, систему автоматики, ну и для монтирования разводящих сетей также нужны материалы. Также в смете есть гидроаккумулятор, также с автоматикой, и чтобы у них не перемерзал здесь, вот в здание еще будет греющая система греющего кабеля автоматического. Начало положено. Со следующей недели сотрудники МУП «Водоканал» приступят к работе. Отмечу, согласно установленному графику, специалисты планируют запустить систему водоснабжения уже к концу августа. Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.